Я думаю, вам не нужно напоминать, что в 2021 году анонсировали больше всего смартфонов за последние 15 лет. К слову, количество новых моделей в 8 раз больше, чем выпускала Nokia на пике. Все говорят про дефицит комплектующих, связанный с ковидом, миллионы людей не выходят на работу, крупные заводы практически стоят. Но в Китае, как было обещано, появилась большая партия новых смартфонов Huawei P50. К слову, Honor в Китае сильно меньше, чем Huawei. Они готовятся к выходу в России и Европе с Google. Сейчас официалы Huawei в России продают не так и много моделей. В основном это модели среднего ценового сегмента, включая новую линейку Huawei Nova 8, хотя ей почти год. Приятно видеть рост после всего, что произошло. Осталось только Хермани наконец запустить в виде глобалки.